Вважається, що мотоспорт виник разом із винаходом мотоцикла. У 1885 році Готліб Даймлер створив першу машину для верхової їзди, а 1887-го французька фірма Дедіон Бутон налагодила серійне виробництво трициклів. Однак перші мотоцикли суспільство зустріло із великою недовірою. Кращим доказом переваг нового виду транспорту виробники вважали змагання механічних екіпажей у складних умовах. Так, з кінця 19 століття мотоцикл почав відстоювати своє право жити та бути дуже швидким. Наша команда була створена в 2002 році. Спочатку все це було... Спорт появился с улиц, потому что мы сначала катались, это было детское увлечение, катались на мотоциклах по городу, потом в городе стало неинтересно, потому что захотелось максимальных ощущений, максимального экстрима от спортбайков. В городе это делать опасно, для этого нужен трек. Вот, поэтому вся активность потом переместилась с улиц в безопасные условия гоночного трека. Ну а потім прийшов перший успіх. Первый успех пришел через 3 года после наших первых стартов. В 2006 году мы стали командой бронзовым призером чемпионата Украины, а в 2007 году уже завоевали чемпионский титул в командном зачете и в личном зачете тоже. Чемпіон України вже може виступати на міжнародних змаганнях. Мій молодший брат Константин Писарєв є першим українцем, який прийняв участь в чемпіонаті світу по нашому виду спорту. Це був 2012 рік, чемпіонат світу World Superbike в класі Суперспорт 600. Він участвував в двох етапах чемпіонату світу, де зайняв 19-те місце, було його найкращим результатом из 30 участников. Как получилось? Ну, изначально меня брат посадил на мотоцикл, вот, при его непосредственном участии. И так вот уже повелось, что это мой старший брат, младший всегда за ним наблюдает, смотрит и хочет ему подражать. Ну, соответственно, так я и попал в спорт. С 12 медалей все же ей найцінніша. Конечно, первая. Первый раз, когда я стал чемпионом Украины, это 2009 год, в профессиональном классе. Первый раз стал в 2007 в аматорах. Это первый кубок в профессиональном классе, 2009 год. Это была довольно-таки серьезная борьба с моими оппонентами. На тот момент я брал пример, равнялся на них. Это был Валерий Горбарук и Павел Калинин. И, конечно же, мне было приятно победить и выиграть в схватке с ними. И это два многократных чемпиона Украины, и, как я сказала, были авторитетами для меня. Моя история с мотоциклами началась довольно-таки много лет назад. Ездила изначально по городу, ну, как все, в принципе, начинают. В какой-то момент появились ребята, опять-таки, из Днепродзержинска, нынче из Каменского, и сказали, что все вы, ребята, здесь городские, ездите не очень и вообще не тем вы занимаетесь. Бросайте город, приезжайте на трек и давайте учиться на самом деле по-настоящему ездить. Ну, я так поржала, думаю, что вы там научите. Попробовала. Предлагали поехать в Полтаву на трек, картодром Лтава. Приехали,
поняла, что тут действительно есть чему учиться. Это не просто ездить по городу, это тяжелая работа, которой нужно заниматься. И регулярно причем, то есть не просто так. Хтось летить на своєму мотоциклі вулицями міста, аби привернути увагу перехожих, але оплесків не чутно. Городские райдеры – это езда в свое удовольствие. То есть это езда от Макдональдса до Макдональдса, не напрягаясь. Главное – следить за машинами, чтобы там никуда не стрелять, никуда не попасть. Здесь работа на технику, здесь борьба идет за каждую секунду. То есть нельзя просто выехать и поехать в свое удовольствие. Это тяжелые тренировки, с которыми нужно работать, нужно вкладываться, нужно постоянно тренироваться, потому что каждый пропуск тренировки – это большой шаг назад. К людям, которые ищут экстрима в городе и которые ищут предел возможностей своих личных и предел возможностей мотоцикла в городе, я не разделяю это, потому что это достаточно опасно, потому что это зависит от большого количества факторов, от тебя не зависящих. Мой совет, если вы хотите почувствовать адреналин, если вы хотите почувствовать максимальные возможности мотоцикла, свои личные, испытать себя, если вы хотите какого-то соревновательного экстрима, соперничества, приезжайте на трек. Є бажання, але немає мотоцикла. Що робити? Це одне з найдавніших питань. Сейчас достаточное количество мотошкол, которые позволяют человеку как научиться ездить на мотоцикле в принципе с нуля для езды в городе. Точно так же у нашей гоночной академии все-таки уклон направления на тех людей, которые уже умеют ездить на мотоцикле. Багато хто мріє про заповітне звання майстра спорту України. Чтобы выполнить мастера спорта, нужно стать минимум вице-чемпионом в профессиональном классе. Вот. То есть, как правило, есть несколько классов. Есть класс аматоры, есть класс такой полулюбительский суперсток, и есть классы профессиональные, суперспорт, супербайк. Для того, чтобы стать мастером спорта, нужно стать по результатам сезона вице-чемпионом, то есть занять второе место по итогам сезона в каком-то из профессиональных классов. У чому полягає робота тренера та як визначити рівень майстерності мотогонщика? Дилетанту важко дати правильну відповідь. Итогом любых тренировок в любом случае является гонка и твой результат в гонке. То есть каким по счету ты пересечешь финиш. Чемпионат складывается из какого-то количества гонок. То есть тебе нужно провести стабильно весь сезон для того, чтобы во всех гонках проезжать как можно более высоких местах. Тренер, который находится на обочине трассы, да, который наблюдает со стороны, он много чего знает, много чего понимает, но сказать вместо пилота, где что не так, он тоже не сможет. То есть у пилота все-таки есть большая задача подготовки мотоцикла самостоятельно. Ну, хоча б мінімальну інформацію про внутрішній світ мотоцикла спортсмен має знати, незважаючи на те, що відповідальність за нього несе механік. Мотоцикл – такая штука, что мы выезжаем, например, на абсолютно чистом мотоцикле, выезжаем там сессия 15 минут, смазка, цепи, например, да, то, что прилетает с других мотоциклов, которые едут впереди. Поэтому удержать его постоянно в полной чистоте не получается. Но в любом случае после каждого сбора необходимо подготавливать, очищать, убирать. Тренування мотогонщика – це особливе мистецтво високих швидкостей. В первую очередь, конечно, мы хотим результаты по времени. Да, но есть очень много параллельных моментов. Как бы, например, если у вас хорошее время, но плохой старт, то это не факт, что у вас получится там, победить в гонке, да, или финишировать там, в первой троице. А если у вас хорошее время, хороший старт, то это еще не означает, что получится приехать первым, опять-таки, если вы не можете кого-то обогнать. То есть каждый вот такой вот момент очень важен и критически незаменим. То есть над каждым этим моментом нужно работать. Самое примитивное – это разница между большим и малым треком, например, звезды и цепь, да, которая влияет очень сильно на результат, на время, на поведение мотоцикла на самом треке. Да, будет он больше, например, подниматься на заднее колесо, или лучше выходить из поворота, или хуже тормозить. То есть это все нужно подбирать, это нужно знать, тестировать и проверять. Проста деталь – техника посадки. Виявляється, від того, як ти сидиш, залежить результат на фініші. Посадка – очень сложный вопрос и очень серьезная работа, потому что после города, когда начинаешь ездить на треке, понимаешь, что все не так, все неправильно, еще приходит тренер и говорит, что это такое, вообще все не так, давай все менять и все заново. С посадкой приходится много работать, потому что это тяжело, мотоцикл сам по себе тяжелый, скоростя большие, перегрузки присутствуют, очень тяжело комфортно себе чувствовать на таких тренировках. Сьогодні Дар'я впевнено входить у крутий віраж, але ж був колись і найперший поворот на шаленій швидкості.
Во время первых тренировок и первых виражей, да, я это очень хорошо помню. И там была, знаете, легкая потеря сознания перед каждым поворотом. Это было очень красиво, страшно, но именно за этим изначально и гнались. То есть хотелось чего-то яркого, необычного. Як часто 12-разового чемпіона впізнають на вулиці та просять дати автограф? І справа, напевно, не в тому, що він мчить по трасі в шоломі. Не так у нас все інформаційно развито, не таке освещення, поэтому люди, которые из мира мото, они знают, узнают. Ну, это происходит в основном на каких-то больших массовых мото-мероприятиях, мото-фестивалях. Та все ж у малій впізнаваності є свої відповіді. Цим повинні займатися організатори соревновань, чемпіонату України, щоб було освещення в медіа, щоб приходили, хоча б оповіщали телеканали, що у нас в ці дати проходять соревновання. Пожалуйста, приходіть, беріть інтерв'ю ребят і знімайте якийсь класний сюжет. А якщо провести паралель із зарубіжними перегонами, то знайдемо чимало відмінностей. Если мы, раз мы уже заговорили о узнаваемости и освещении, даже там, скажем, в том же чемпионате Германии, в котором я выступал и приезжал на подиум, там, возьмем город Дрезден, да, когда я зашел в мотомагазин, продавец меня узнал, и мы с ним долго общались, и он взял у меня автограф. Или даже вообще более в наших условиях нереальный сюжет, когда в мой почтовый ящик пришло письмо с 5 фотографиями, где болельщик чемпионата Германии прислал мне эти фотокарточки и попросил расписаться и отправить ему обратно. Разница между Украиной и европейскими соревнованиями в плане организации – это тоже две большие разницы, конечно. И трасс, в первую очередь трасс. Там у них много трасс, безопасних трас. І від цього йде, звісно, рост рівня пілотів. У мотоспорті величезна кількість класів, але кожен робить свій вибір. А що мені більше в ньому подобається, це, мабуть, електроніка, яка і елементи підвіски, які встановлені на цьому мотоциклі, тому що вони тобі дають доволі-таки большой диапазон регулировок и возможности настройки мотоцикла и адаптации мотоцикла по трассу и под свой стиль пилотирования. Коли дивишся, як спортсмен вилітає з мотоцикла на великій швидкості, стає страшно. Падіння – це неотъемлемая часть мотоспорта. Для многих, конечно, людей, которые не сильно связаны или первый раз видят соревнования, страшно, и они этого боятся, но это сравнимо, если взять, к примеру, вид спорта бокс, да, спарринг, когда ты пропускаешь какой-то удар. Это без этого не может быть бокса, да, то есть так же и тут. 2 года назад у меня была крайне неприятная ситуация. Я, помимо того, что езжу в женском классе, да, это многократная победительница в женском классе, я еще езжу с мужчинами. То есть у меня каждый этап – это 2 гонки. Одна чисто женская, вторая мужская, которые имеют право принимать участие также девушки. И мужчин это зачастую очень сильно цепляет, особенно когда вырываешься вперед или создаешь им достойную конкуренцию. 2 года назад у меня был падение крайне неприятное, когда парень был сзади, парень меня видел, был удар по моему мотоциклу. И так получилось, что мы вдвоем упали, но он был сверху, под конец смог стабилизироваться, уехал, как бы он не травмировался, у него конкретного падения не было. А у меня да, но неприятно. У мотогонщиков есть своя спортивная форма, яскравый костюм. Я думаю, полная экипировка до 10 килограмм может доходить по весу. Это в первую очередь защита. То есть здесь речи именно о комфорте не идет. Это защита. Все должно быть комфортно, все должно быть максимально удобно, но и максимальный уровень защиты. Кольцевые мотогонки – это не дешевый, не дешевый вид спорта, дорогой, потому что любой технический вид спорта дорогой. На примере этого мотоцикла – это модель BMW S1000RR 2020 года. Вот. В стандартной комплектации из магазина, из салона он стоит порядка 20 тысяч долларов. Для того, чтобы его подготовить к гонкам, для того, чтобы заменить все компоненты, которые нужны в соревнованиях, а для этого, например, в этом мотоцикле, примерно это еще бюджет такого же мотоцикла. Технічні дані мотоцикла – просто паспорт. Подивився і багато чого зрозумів. В мотоцикле, который был изначально, вам нужно снять все ненужное, то, что нужно в городе, да, там светотехника, поскольку в городе рассчитан мотоцикл изначально строился для езды там с пассажиром, например, да, он должен отвечать всем нормам звука, должен отвечать всем нормам выхлопа
выхлопных газов, СО. Вот. Поэтому с мотоцикла снимается все ненужное и ставится все необходимое, которое делает езду на гоночном треке более удобной, более быстрой, более эффективной. Естественно, здесь стоит другая резина, которая позволяет осуществлять такие наклоны, которые вы не можете сделать в городе. Максимальная скорость этого мотоцикла около 300 км в час. Травмы и мотоспорт завжди ходять парою. Така народна думка. Этот спорт может быть безопасным. За 13 лет, например, моей гоночной карьеры, за 7 чемпионских титулов в чемпионате Украины, у меня не было ни одного перелома. На цьому мотоциклі немає протекторів, що викликає масу запитань. Это влияет на управляемость. В этой резине нету протектора, потому что это так называемые гоночные слики. Они гладкие, но они в себе содержат такой состав резины, который при рабочей температуре, при нагреве, а рабочая температура этих гоночных сликов 80-90 градусов. Ну, вот, поэтому эта температура обеспечивает управляемость мотоцикла. Резина становится как жвачка, она липнет к асфальту, и в наклонах она обеспечивает такой держак, который позволяет мотоцикл наклонять до углов 60-65 градусов. Звісно, хочеться дізнатися, як довго ходять такі колеса. Быстрому гонщику расчет резины, комплекта резины рассчитывается из расчета на гонку, на гоночный заезд. Гоночный заезд – это 18-20 кругов. Вторую гонку быстрый пилот на этой резине уже не поедет, да ее можно использовать дальше уже только в тренировках. Комплект гоночной резины стоит около 400 евро. В мотоцикл класса 1000 кубических сантиметров, бак у него содержит около 18 литров, вот, мы используем сотый бензин. Это шлем X-Lite, это итальянская фирма Nolan Group, то есть весит он порядка 1300 грамм. У него есть разные сменные визоры, которые ты используешь под разную погоду. То есть, когда солнечный день и слепит солнце, мы одеваем темный визор. Когда дождливый и плохая видимость трассы, мы одеваем прозрачный. Стоимость шлема этого порядка 600 евро. Сила удара, точные данные вам не скажу, но они, конечно, проходят тесты, краш-тест так называемый, и соответствует всем нормам. Ну, я думаю, это порядка 50 килограмм точечного удара. Порванная резина – это из-за моего стиля вождения, из-за того, что я езжу очень быстро. Именно вот эти вот кочки – это на горячую резину прилепляется просто ошметки резины, которые валяются на обочине. Максимальная скорость, на которой я когда-либо ездил, это было 200 км в час на испанском треке в Валенсии. Когда я переехал в Киев, я очень часто приезжал к папе на работу, и там в коридоре стоял маленький мотоцикл, пакетбайк. Я об него спотыкался 2 недели, а потом решил попробовать завести. Завел, и вот так вот я начал ездить на мотоцикле. Зі своїх 12 років Тимур за кермом мотоцикла вже цілих 7. Я трьохкратний бронзовий призер чемпіонату України по супермото в класі юніор. І в прошлому году перший раз я їхав в чемпіонаті України в класі ССП 300 юніор. В цьому году в планах на сентябрі у мене Nordstalent Cup. Це чемпіонат Германії. В Германії на чемпіонаті будуть участвувати 24 чоловіка возрастом від 12 до 17 років. І це кращі люди з Європи. Люблю цей вид спорту за його драйв і за свободу, яку він дає. Якщо це дорогий вид спорту, то й вболівальники повинні бути особливими. Абсолютно нет ограничений. Все люди разные, все могут интересоваться, как рабочие крестьянские, точно так же и самые-самые вот такие. То есть нет никаких ограничений и стопов. Якщо людина вкладає багато грошей у техніку, значить десь лежить золотий ключик у вигляді бонуса. Медалька. Я до міжнародних стартів не добралась. Не знаю, как там происходит. Но не думаю, что это прям вот у нас в Украине все плохо, да, и за это вручают медальку, а где-то за границей что-то другое. А ось откровение участника международных змагань. Ни в какую сумму, никакого, ни разу не получил, наверное, никакой финансовый, именно финансовый, денежный. Это в основном была финансовая помощь от спонсоров, которая уходила на покрытие расходов в мотоспорте, либо там на покупку каких-то новых деталей, либо техники, либо резины.
Про українських спортсменів у порівнянні з колегами теж цікаво послухати. Уровень пілотів українського чемпіонату і європейських міжнародних змагань, звісно, відрізняється, але є і в Україні швидкі пілоти, які їх одиниці, але вони виступають на міжнародних змаганнях і показують доволі такі яркі результати. Одним вночі хочеться спати, іншим – мчати на мотоциклі спустілим містом. Бажання у всіх занадто різні. Якщо як якісь масові сльоти, да, або виїзди на дальняк, це клас. Але гонки в місті на спортивних мотоциклах, я вважаю, ті мотоцикли не для, однозначно не для їзди по місту. Всім рекомендую пробувати свої сили і ганятися на треки. Це складніше, безпечніше і може тобі дати більше навиків. Коли у мотогонщика підростає син, питання щодо продовжувача сімейної традиції напрошується само собою. В першу чергу це буде його вибір. Я, звісно, все для цього зроблю і дам йому всі умови, потрібні умови, а вибирати він буде сам. Хто вона, команда байкерів, за своїм менталітетом, інтелектом та спільними інтересами? Хочеться дізнатися про неї зсередини. Я вам могу одно сказать, то, что простые люди сюда не попадают. Здесь нет низкоинтеллектуальных людей, или которые плохо воспринимают, или там, с узким кругозором. Здесь все люди развиты, все интересны, все очень многогранны. То есть собирается команда такая, чтобы всем было интересно, чтобы все хотели друг с другом общаться, чтобы это была приятная команда, чтобы не было каких-то ссор и склов. Є класичний вислів про дружбу з сім'ями. На самом деле, например, на каждую гонку, вот у нас есть топ-пилот Украины в нашей команде, на каждую гонку обязательно приезжает его жена с ребенком. На каждом этапе, когда он выходит на подиум, он выходит со своим ребенком. Да? Капитан команды в то время, когда ездил, также жена приезжала с ребенком, и это прям действительно было видно, что это семейная команда, интересная. Как бы большие компании собирались, родители часто приезжают. Кількість вболівальників – головний показник популярності. Все зависит от того, в каком городе мы находимся. Я, например, сама из Днепра, и здесь у меня болельщиков больше всего. Но так как уже много лет в Киеве, то есть туда тоже приезжают. Собираются всегда полные трибуны. Это очень интересный, очень яркий, очень дорогой вид спорта, в котором люди хотят посмотреть. Это действительно интересно со стороны выглядит. Переломов у меня за эти 7 лет никогда не было, но были сильные ушибы. И один раз я растянул связки прямо перед этапом чемпионата. Якщо в родині є юний мотогонщик, для мами це особливе випробування. Мама це одобряє, але не завжди їй подобаються фінанси, які в це вкладаються. Вона дуже багато працює вдома, вона заслуживає чогось більше, ніж просто знаходитися вдома 24/7 на роботі і слідити за моєю молодшою сестрою. Крім високих швидкостей, є ще й школа з її упорядкованим режимом. Однокласники вже привикли, вони ізначально були в восторгі, і зараз вони мене теж підтримують. В школі я був отличником до 4 класу, зараз я не отличник, але теж вчусь дуже добре. Виступав на міських олімпіадах, але далі не пройшло, к сожалению. Хлопців, які беруть участь у чемпіонаті України з шосейно-кільцевих перегонів – одиниці. На чемпіонаті України по шосейно-кільцевим мотогонкам нас в районі 5 чоловік. Зараз мало, але, в принципі, ми добре спілкуємося, дружимо, але на треки ми суперники. Помимо цього, багатьох моїх знайомих, які їздять на мотоциклі, також увлікаються велосипедними і самокатними видами спорту. BMX-фрістайлом і самокат-фрістайлом. Є у нашого юного героя і свої захоплення. Але тренування йому подобається більше, адже має кумира, а значить, треба бути на нього схожим. Мой любимый фильм – это «Угнать за 60 секунд». Литературу я, на самом деле, не очень люблю читать, но если читаю, мне понравился больше всего Марк Твен из всех прочитанных мной произведений. Тренировки в сезон, то есть там с середины весны до начала осени примерно, проходят по 2 раза в неделю, иногда бывают перерывы, но иногда мы тренируемся по 4-5 дней в неделю, по 2-3 часа. А мой самый большой кумир в этом виде спорта – это Валентина Росси. Якщо у тебе незвичайне захоплення, це мало кого із друзів залишить байдужим. Переживают.
большей части мои друзья переживают, у меня семья всегда переживает, сестра каждый раз говорит, ты мне просто после гонки позвони, я не буду смотреть, я не буду ничего узнавать, ты мне позвони, скажи, что все хорошо. Друзья точно так же хотят посмотреть, хотят поучаствовать, хотят как-то помочь, подсказать, приезжают, поддерживают, болеют. Якщо жінки давно відібрали у чоловіків чоботи і штани, що вже казати про мотоцикл? На самом деле женская команда, банда, не команда, а банда, да, она очень большая, потому что за последние несколько лет девчонок стало ездить очень много. Но, к сожалению, сейчас так получается, что мало девочек, которые ездят каждый год подряд. То есть зачастую получается так, что одни ездят в этом году, другая компания уже собирается на следующий год, третья компания там на следующий, да, то есть все время меняются. Если становится выбор между тем, чтобы сделать что-то для себя, там маникюр и педикюр и все остальное, это, конечно, крайне необходимые вещи, но если становится выбор, то в первую очередь, конечно же, резина или там то, что необходимо. Ось такі вони, лихі наїзники 21-го століття. Thank you.